Всем привет! С вами снова я, Black Falcon. И сегодня смотрю Украину, которая случится 18 июня. А именно бой между Хаше Падавашей и Микелем Лешпрелевом. Сразу же, ребят, сейчас нашел позже Падавашей, и я думаю, что он повезет поединок вашим решением судьи. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Напоминаю вам, что в эту субботу в 21.00 по Москве пойдет стрим по Crash Bandicoot Ancient Trilogy. Всех жду. Прошу вас приближать этот ролик лайком, дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донат. Все ссылки в описании. Как видите, наконец-то бокс у нас потихоньку возвращается. Что ж, и мы начинаем нашу трансляцию. И первым на рынке выходит Хаше Шнальпел Педваш. 29 боев, 26 побед, 13 из них нокаутов и 3 положения. А вот появляется и его оппонент. Микель Шликмик Лешпрел. 24 боя, 22 победы, 10 из них нокаутов, 1 положение и 1 ничья. Нам присылают боксеров. Саша Дефили напомнит боксовым правилам, и мы начнем. Первый раунд. Поехали. Попадает Падаваша. Снова попадает Хаше, помахивается на шпилел. Мимо. Помахивается и на шпилел, вошемен. Попадает Микель. Неплохо отвечает снайпер и сразу крылыныч. Попадает снайпер. Подаваши пока что работают вторым номером. Крылыныч. Мимо. Помахивается на шплел. Вашемен. Снайпер уже выжидает. Обменялись новыми боксеры. Опять Вашемен. Дает на шплел. Мимо. See, the defense
pays off as he gets rid of that downstairs. Мимо. Попадает. Куда ваша? Ваш мен. Неплохо. Попадает по корпусу. Хорошо. Попадает снова. Куда ваша? Калинич. Keeping his hands up, getting way of his opponent's effort. Last 10 seconds of this first round. Мимо. И первый раунд за под вашей 10-9 в его пользу. And it just boggles the mind time and time we sit here ringside and we watch guys очень аккуратно боксируют Шнайдера. They're out there just going through the motions, not firing off punches. Hey, if you don't move your hands, you don't throw punches, it's hard to win rounds. You in control of this. Keep it up. И у нас раунд номер два. Попадает лешплел. Мимо. Попадает подваша. Comes across with a hook up top. Come on, kid, focus. Неплохо. Попадает в расплев и сразу клинчует. Клинч. Razor's knowledge of the game is showing through. Three ways to defend, one of them is to block. He did it there well. Мимо. Попадает. Снайпер. It serves him well to the body. Halfway through round number two. The last thing either guy wants to be here, Teddy, is one-dimensional. Мимо. The last thing you want to be in anything to be successful is one-dimensional. I feel caught at sniper. You don't want to be saying the same jokes all the time. Your crowd's not going to be there. Well, your opponent is going to be Мимо. There all night long if you do the same thing. Able to cover up along the belt line, blocks that one. Razor's being very patient here, but it's with a plan in mind. Yeah, it is with a plan in mind. And that's why he's such a successful fighter. He's trying to lure his opponent into a mistake. Попадает на шплел. Атакует на шплел. Неплохо так. Попускает. Подваша. Что, что-то застрелял, что там снайпер. Попустил несколько очень таких неприятных ударов. И раунд уже лишь по левому. 19-19.
И у нас раунд номер 3. Дает по-прежнему Лешплел. Вашимен. Попадает Шнарикл. Able to dismiss that body shot. Мимо. Good job staying away from the danger there. Покош бьет. Подавался лишь влево, попадает. Good job protecting himself. Неплохо. Мимо. Попадает Лешплев Калинич. Coming to the halfway point of this third round. Мимо. Keep working the jab. Помахивает на шплел. Апперкот от подаваши. Мимо. Focus. A headshot blocked. Вдает Лешплел. Relax. Неплохо. No, he missed that right. Keeps his hands up defensively, protecting the head. 10 seconds to go in this third round. И это вам, по сути, за Лешплевом 29-28 в его пользу. А у нас уже счет 30-27 по Лешплеву, и у нас раунд номер 4. Unable to make an impact there by Silk. Teddy, what would you recommend based on what we're seeing here tonight? Well, two aspirin and then go, oh no, actually I would say a little counterpunching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription for him. You're still not moving enough. Move, move! Мимо. You're not focusing. Work the body, kid. Body shot. Мимо. Калинич. See him holding on. Попадает Лешплел. Вашимен. That was not
Неплохо. Куда я тут нашплел? Razor's well off the mark that time. Keep moving, keep moving. Неплохо. Silk's timing with his head movement has been ideal. We have not seen his opponent being able to land anything. Попускает под ваше. No, because his opponent is not making the proper adjustments. You know, when the head is moving, the body's мимо. Still there. You can't catch the head. Go downstairs the body. You paralyze that head. You start to take that movement away. Before you know it, the guy's not quite as elusive. Апперкот. Хук. Мимо. Клинч. You can see he's trying to score up top, but off the mark there. И раунд уже наспалил. 39-37 в его пользу. Пока что доставляет очень много неудобств для шпалевых продавач. И ничего хорошего с этим поделать на данный момент не может. И у нас раунд номер 5. Back to action now. We're underway in what has been a completely one-sided fight. You get the sense this one may not go the distance. Good block there by Razor. Попадает Лешплел. Очень хорошо настроен он на этот бой. Отвечает подаваша. Вашемен. Карлинич. Мимо. Попадает на шплел. He returns the favor with a right hand of his own. Неплохо. Клинич. Апперкот от подаваша. Мимо. Отвечает под ваше. Вашемен. Staying away from those headshots with his defense up top. Silk's almost looking foolish that time he missed so badly. Razor's fighting this fight as if somebody glued the bottom of his shoes to the canvas, Teddy. Somebody should check that right now. If I was in the corner, I'd call the referee over and say, hey, can you check that for me? Неплохо. Попадает на шплел. Неплохо.
попадает под Лаша. Керлинч. И Эдвард уже на шпилевом, шовок 9, шовок 6, но позже, после первой половины боя. But even though we know what we've seen out of some ringside scorecards through the years, I'd be shocked if everybody doesn't have him ahead in this fight right now. Yeah, but never be shocked in this business, because you never know with these blind judges sometimes. I hate to say it that bluntly, but time and time again, you just get shocked when you hear the score at the end of the night. See that counter hook? Make him pay for his mistakes. Nice. Relaxed. И у нас раунд номер 6. First half of this fight, he completely dominated the action, Teddy. Yeah, but you know what? It's kind of like they said in that movie, The Gambler. You know, they don't pay off in halftime. Yeah, remember the guy wanted to collect his bets? Well, same thing. He's got another half of the fight. Can he be consistent? Can he keep his concentration? Can he keep doing what he's been doing? Silk's попадает под Лаша. Really, I mean, he's leaving himself wide open. And what's going to happen next? See, you know, he's leaving himself open. He hasn't paid for anything yet, but that will be coming before you know it. Pulls the trigger right away with the left hand after getting tagged himself. Попадает под Лаша. Неплохо. Мимо. Reaching the halfway point of round number 6. Попадает снайпер. That landed by Razor. Focus. Неплохо. Возможно, под вашим уже начинаю находить шволь ритм боя. Ваш мен. Попадает в шпилел. Silk's making this so that it's becoming a very frustrating night for his opponent. I mean, when your defense is that sharp, it can just drive your opponent crazy. Yeah, it can. First of all, it can start to break down. You know, we always look at the physical things in life and anything. You know, you're pounding a guy and you're gonna break the guy down. Hey, if you're just smart, you're slick like this guy, and you're making a guy miss, you start to break him down. He's breaking the guy down that way. Попадает снайпер. Мимо. Working our way towards the bell. Отвечает. Под Лаша. Что ж, это раунд за снайпер. 58-56, или сплю пока что лидирую. Whatever you do, throw that jab. И у нас раунд номер 7. Another round underway, but how many more will we see? You get the sense this fight could be heading towards the stoppage. Неплохо.
питає, чи не спів давіть під ваше. Поки що блокіювати його дали. Good defense just covering up down low. Мімо. Вашимен. Попадает под ваше. Неплохо, сейчас плю, лишь плел. Blocking that punch. Very good defense by Razor. Move your head. Keep working the body. Солдат Микель. At the halfway point of round 7. Мимо. Covers up nicely, gets rid of his opponent's body shot. Клинч. And now just wasting away some time with that. А ковкот от подваша. Silk's in a good rhythm defensively here. Teddy, what is that? A credit to his ability to anticipate? You know, also it's the teaching. Let's give the trainers credit. Попадает подваша, потащен лишь плел. Everything was going fine and then he got caught. Well, that's the problem. Was going too fine. He got a false sense of security. The other guy wasn't thrown back. He took for granted and bang, you can't take for granted in this ring. Use the ring. Мимо. Keep working the body. Keep moving. Keep moving. Mima tried to land that upstairs and was off the mark. Coming towards the end of the seventh round, 10 seconds to go. Уштау лишплел, и это раунд уже под ваш. 67-66 в пользу его визави. All right, you look great. Just don't go crazy in there. Box smart for me. А у Невчанжи счет 68-64 в пользу Лешплела. И у нас раунд номер 8. Has also done some damage. Yeah, it hasn't been exactly epic. I mean, it started off that way, but the ants are coming. They're starting to get over things a little bit here. It's getting a little heavy. Неплохо. Nice block by Silk. You're still not moving enough. Move! Мимо. Кэрлин. Silk still feeling the effects of the damage that he took earlier. Махивается лишплел, попадает Микель. Now he's got to be a little worried that the referee's not going to tolerate it. Maybe Вашимен. Give him a warning and start taking points away. So he's going to have to find a way to kill some time, get himself better, but start creating some offense too. Мимо. And you can see he wanted to do that as he holds on there. Мимо. Попадает под ваша. He took a shot, but he gives one of his own. A left hand scores. The halfway point of round number 8. Keep moving,
Кэдлини. Попадает снова Шнайдер. Мимо. Попадает под ваша. Мимо. Да, я снова шнайпел. Мимо. Попадает на шплел. Вашмен. Ну минимальный отвал за подваши 76-76 That's who you remember. It's very important in this kind of fight. Finish up good at the end of the round. One fight. It's over. He's got nothing left. And just go. И у нас раунд номер 9. A ninth round of this good fight. Атакует подваша. Неплохо. Покопчивает шнайпер. Вашмен. Мимо. Making for a tough target there. He gets away from that punch. Помахивается шнайпер. Попадает лишь плел. Попадает под ваше. Продащен лишь плел. Сажается он в клинче. Под ваше даже не стал добивать. Так, все, чтоб подтолкнул. Неплохо. Silk's punch is far off the target. Halfway through the ninth round. Relax, relax. Мимо. Keep your distance. Мимо. And he returns fire with a left hand. Попадает. Подаваша. Неплохо. Вашмен. Попадает на шплел. Попадает под ваша. Снова попадает шнайпер. Мимо. Ten seconds remaining in this round.
мимо. И Эдвард за Пюдоваши. И счет у нас становится 86-85 в его пользу. Нас ждет заключительный раунд. You get a moment to gather yourself here. You're leading on the scorecards, but you still have to stand up and deliver. This, keep doing what you're doing. You're winning this one. Don't get sloppy. Keep bumping. И у нас финальный раунд. Here it is, the final round of what has been a closely contested battle. Мимо. Gets rid of that body shot. Pace yourself. Попадает в Пюдоваши. Леспел отвечает. Неплохо. You know, it's one thing to be a catcher in baseball, but you don't want to be one in boxing, and that's what he's doing right now. He's getting hit. Yeah, and he's got to find a way to pitch. Попадает снова Шнальфел. Мимо. Попадает Лисплел. Halfway through this 10th and final round. Мимо. To the side, a little swing and a miss going upstairs. Помахивает Лисплел. Мимо. Nice strike after catching one by Silk. Вашмен. Попадает Лесплел. Неплохо бьет снайпер. Заключительная минута наша пошла. Мимо. Кэрлинич. Попадает Пюдоваши. Неплохо. 96-94 в Пюдоваши. Ждем решения судей. И единогласно в решении судей побежает Хаше Шнальков Пюдоваши. Сейчас глянем уже, что судьи начитали. Лесплел негодует. Кстати, посмотрим, что же у нас будет в начальном бою. Делайте ваши ставки, дамы и господа. 94-93, 95-92, 94-93. Первые 4 раунда все за Лесплел вам. Причем 4-го дали 10-8. 5-й, двое. Же Лесплелом, один же Пюдоваши, судья отдал. И в 6-го полисета все же Пюдоваши. Причем раунды 9 и 10 отдавали со счетом 10-8. Что ж, давайте глянем нашу статистику. Пюдоваши попал 153 удара из 404 выброшенных. Лесплел 194 из
662 у Педваши, 65 из 191 в голову и 88 из 213 в ковш. У его визави 74 из 274 в голову и 120 из 388 по ковш. По раундам. Первый 15-20, второй 18-25, третий 13-21, четвертый 9-22, пятый 20-14, шестой 18-23, седьмой 11-16, восьмой 19-19 по силовым 7-6, девятый 15-17 и финальный 15-17. Что ж, на этом все. Напоминаю вам, что в эту субботу пойдет стрим по Clash Bandicoot N7 Trilogy в 21:00 по Москве. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки находятся в описании. Всем пока!